Горы Каунти, Аляска, США. Канути. Алима Хадад, пилот. Приближаемся к точке Альфа. Сохрани, Алима. Лианг Синг, оперативник точечных атак. Гейб, ТН, 3 минуты. Мы потеряли контакт с заводом 6 часов назад. Неизвестно, как долго цели на позиции. Ближе. Сектор 344. Стоп, стоп! Это наша! Зипы правее. Цели. Военизированная группировка, называющая себя «Красная секция». Кто он? Согласно его досье, он бригадир на заводе. Почему мы? Его файл засекречен. Человеком интересуется Пентагон. Они хотят секретного ответа. Нет обычных сил. Политики? Вашингтон не желает новостей, пока они не будут готовы. Они не говорят нам всего. Скажи им, что мы пойдем, но на моих условиях. Время прибытия 2 минуты. Контакта еще нет. Прибытие 1 минута. Готов. Алима, мы отключаемся. Чисто. Не вмешивайся. В этот раз сделаем по-моему. Точка приземления 1 километр. Включение макс-режима. Черт. Включение ИК. Я под прицелом. Не приближайтесь. Высади меня здесь и двигайся к комбашне. Есть, встреча в 10. Кемсинг Петролиум. Лиан, я внутри строения. Ясно. Гейб.
Они ждали нас и были готовы. Да, они ждали. Но я гарантирую, они не были готовы. Итак, дорогие друзья, мы начинаем прохождение игры Siphon Filter Dark Mirror. Первая миссия, точка внедрения Альфа. Кемсинг Петролиум, Аляска, точка внедрения. Военизированная группа, называющая себя Красная Секция, атаковала Кемсинг Петролиум, нефтезавод вдоль трубопровода. Вашингтон приказал нанести точный удар. Лиан и я должны проникнуть в зону действия, обнаружить войска Красной Секции и нанести точечный удар. Без военных спецназа только мы. Обычно нас отправляют на миссии, слишком чувствительные для военной реакции и слишком опасные для разведки. Так почему мы? Происходит что-то такое, о чем Вашингтон нам не говорит. Я собираюсь это выяснить. Гейб Логан. Поехали. Внимание! Активирована автоматическая система сигнализации. Тереза, у нас проблема. Сигнализация включилась. Проверь колонну. Видишь пламенное сопло? Нет пламенного сопла. Это значит, что они закрыли выпускной клапан. Давление в колонне скоро станет критическим. Тебе нужно открыть этот клапан, Гейб. Да. Пролом южных врат. Доставить туда людей. Снайпер. Нужно убрать этого засранца. Уничтожить командира группы. Так. Красный Джек, патруль докладывает. Главарь группы уничтожил пролом. Из оружия у нас пистолет с глушителем, снайперская винтовка и все, да? Блять. Тихо, тихо, тихо. Тихонечко убираем этого молодого человека. По тихой воде. Так, осматриваемся. Там кто-то наверху есть, да? Есть. Командир группы. Командир группы убран. Я еще взял пистолет или это у меня... А, да, я взял... Спектр автомат, да, окей, окей. Берем карточку охраны. Угу. Так, там я не перелезу, так что давайте сюда. Так, управление какое? Пока не ясно. Что у нас здесь? Управление, в принципе, такое, как и в Logan's Shadow. Выглядываем. Это кто? Где? Бля, где это? А, это эти зиперы. Все, они меня спалили, да? И теперь будет стрелянина. Где вы? Давайте, власти. Все, музыка пошла уже серьезная. Да, блядь, я ж тебя... Так, хорошо. Еще. Еще одни ребята. Headshot. Пацаны, ну это не серьезно. Давайте кто-то. Убит? Да, убит, хорошо. Остался один вот тот за углом, за сеткой. Выходи, подлый трус. Ладно, я подойду. Не вопрос. Берем патроны на спектр. Угу. Как-то по-тихому не очень получилось у меня. Так, управление, в принципе, такое же все. Гейб, должен быть способ взломать этот замок. Используй очки ADCU. Окей, используем очки. А, вот так взломать? Ну так я бы и без очков бы так взломал. Скажу вам по-честному. Так. Я иду к дистилляционной яме. Статус.
Нечего докладывать. Я ищу башню трансляции. Я тебе сообщу. Блять. Тихонько, тварь. Убил его, да, хорошо. Здесь, наверное, лучше поставить автомат, потому что уже тишины, наверное, не будет. Так, что у нас тут? Бронежилет. Это что? Аптечка? Ух ты, а там не было аптечек в последнем. Всему персоналу. Перезагрузка давления колонны дистилляции. В этой части уже, оказывается, и аптечки есть. Хм. Это прикольно. То есть я еще могу здесь зааптечиться. Он в дистилляционной яме. Я здесь, малышка. Ублюдки. Берем патрон на спектр. Это не документы там лежат? Нет, черт, это просто так высвечивается. Текстуры. Ага, вон. Убираем еще одного братика. Так, а вон. Готов. Еще выше, наверное, последняя лестница, и там уже будет наша цель, да. Колонна уже неустойчивая. Давление критическое. Открой клапан. Лен, маршрут отрезан. Когда я буду на месте, пришли мне фал. Поняла, я буду готова. Так, давайте быстрее. Драгунова взял, ух. Внимание всему персоналу. Уровни колонны дистилляции давления стабилизируются. Давление стабилизировалось, это автоматическая система сигнализации. Тереза, давление стабилизировалось. Лен, доложи, как там связь? Башня трансляции не работает. Я установлю ее на микроволновой башне. Почти на твоей позиции. Понял, я прикрою тебя отсюда. Да, сейчас буду с Драгуновым прикрывать. Один есть. Давайте возьмем патроны. Все, Лен, чисто, давай иди. Угу. Слышу тебя. Я ее засек вперед. Ее окружить сложно. Так. Братик, ты че? Спокойно, так на зипере поехал. Туз. Сразу его убиваем в туз за его проделки проклятые. Лен, иди сейчас. Поняла. Так, что-то игра у меня лагает. Это все старая PlayStation. Вперед. Поняла. Давай, давай, мать, лезь. Бобслей, говорит. Стояночка. Черт, намазал. И тебе по ногам, подонок. Чисто. Давай, 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 двигайся, Лен, еще немножко осталось. Джек. Кто там по кому стреляет? Никого нет. Опа, поехала. Ну что, красивая, поехали кататься. Гейб, я засекла двустороннюю связь завода к позиции на юг от завода. Военная база?
Неизвестно, у меня внутри завода идет радиотрансляция. Они ведут заложника по служебным тоннелям, но понятия не имею, Фриман это или нет. Загрузи координаты вне цеха для Лео. Почему они друг с другом разговаривают по связи? Они рядом просто стоят. Я знаю, сделаем это.